Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у меня необычная работа. Сегодня у меня лежит обвязка или кайма для кофточки, топика, тунички и, может быть, даже платья. То есть вот такая интересная работа, которую сегодня хочу вам показать, с которой хочу вам поделиться. Я ее как-то вязала уже, у меня были работы филейные. И я привязывала вот такую кайму. Она необычная, но вяжется очень просто. Тем более, что у меня есть схема, которая очень хорошо все обозначает. Хорошо напечатана, ярко и понятно. Сегодня мы ее поразбираем и свяжем вот такую красоту. А для чего? Смотрим следующее видео, где она будет нам нужна уже для более другой, большей работы. У меня на столе вот такие красивые ниточки. Это слонимский микс. Они очень интересные. Видите, белые, бирюзовая, голубая ниточка создает вот такую вот нежность. 4 нитки я буду вязать. Сегодня, смотрите, вот по такой интересной схеме, может быть, она кажется сложной, да? Будем вязать обвязку для кофточки. Вот верхняя схема. Обвязка для кофточки, вяжется она легко, можно применить к любой кофточке, абсолютно к любой, и смотрится очень красиво. Раппорт узора 12 петель, то есть нужно обязательно набрать количество петель, равное 12. Чуть-чуть, может быть, больше, да, набрать, чем необходимо, но чтобы делилось на 12. Я набрала количество петель, и теперь мы с вами будем вязать. Я хочу связать... Потом я хочу связать кофточку, но а сейчас я набрала количество петель, равные объему, необходимому мне, но чтобы 12 делилось на 12. Вот. И вяжем каким образом. 3 воздушные петли подъема. Сейчас я вам покажу схему. Крючок я взяла 2,75. Можно взять троечку. Вот. И смотрите, что мы делаем. По схеме. 9 воздушных петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Внизу пропускаем. И потом вяжем 4 столбика. 4 столбика. Внизу пропускаем 8. Вяжем 1. Так, ниточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петель. А внизу пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще разочек. 1, 2, 3, 4, 5, 8. В 9 столбик. 9 столбик вяжем столбик. 1, 2. То есть вот такой рядочек, очень легкий у нас будет первый ряд. 4 столбика и 9 воздушных петель в 9 воздушную петельку. Вот, сейчас приноровимся. Первый ряд, он всегда такой сложный. Вот, 4 столбика и 9 воздушных петель. Внизу пропускаем 8. Первый ряд у нас связан, но смотрите. Есть такой вот небольшой нюанс. Вот такой первый рядок, все красиво, все здорово. Но для того, чтобы потом, если у вас будет желание связать кофточку, которую я хочу связать, раппорт первого узора у нас 12, а раппорт второго у нас уже 24. То есть нужно совместить и один узор, и второй. Я набрала 192 петли. 192 петли – это 46 размер. Вот, то есть для того, чтобы потом вот у нас, да, есть такой вот такая схема, то есть для того, чтобы потом продолжить очень красивую кофточку, вам нужно рассчитать количество петель, которые делятся и на 24, и на 12. Сначала на 24, да, которая уже будет делиться на 12, и потом мы уже продолжаем вязать пройму, обвязку очень красивую для кофточки. То есть это будет первая схема, это будет вторая схема. По схеме, еще разочек вернемся, мы сейчас с вами вяжем столбики с накидом, 5 воздушных петель и привязываемся столбиком без накида
к цепочке. Опять 5 петель и 4 столбика. То есть узор очень легкий, очень воздушный и очень красивый. Вот мы с вами вяжем 3 воздушные петли подъема. Столбики наши. 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5 воздушных петель. Столбик ровно по центру, без накида. И еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть второй рядок тоже очень сложный. И 4 столбика. Заканчиваем наш второй ряд. 5 воздушных петель. Ровно по центру воздушной арочки из 9 петель мы делаем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И у меня еще один тут столбик есть. Я его довязываю. Перехожу там, где наша цепочка была начальная. Вот 4 столбика. В любом случае 4 столбика у нас есть. И продолжаем вязание дальше. 3 воздушные петли подъема. Вязание дальше будет аналогичным. Несколько рядов я предлагаю связать самостоятельно. Покажу принцип вязания. Смотрите схему нашу. Схема такова. Мы вяжем абсолютно все то же самое, что вязали сейчас, но 13 воздушных петель в одном ряду, в следующем 11, в следующем 3, в третьем ряду 9, 11 и потом 6 петель соединяем все вместе. Я уже этот рядочек покажу. Самостоятельно я предлагаю связать третий ряд 13 петель, четвертый ряд 11 петель, пятый ряд 9 петель, шестой ряд 11 петель. Вот. То есть мы вяжем все то же самое, но только у нас воздушные петельки будут разные, убавляться, прибавляться. Смотрим по схеме. Схема крупная, ее хорошо видно. Сложных здесь моментов нет. И потом уже будем соединять в седьмом ряду, провязывая 6 воздушных петель и захватывая все вместе. Вот, то есть достаточно вязание легкое. 13 петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все. Связали и точно так же соединили с нашими столбиками. Я думаю, что каждый может это связать без особого руководства. Да? Вот. Мы как раз с вами провязали 4 ряда протяжек, как разговаривали, да, как и говорили. Теперь мы вяжем 6 воздушных, 4, 5, 6 воздушных петель, подхватываем все 4 протяжки и вяжем столбик без накида. И еще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также наши столбики, 4 штуки, которые у нас есть, мы их вяжем. Вот такой у нас будет рядок, несложно, если вот что должно получиться. Мы провязали протяжки наши, закрепили 6 воздушных петель и 4 столбика. Вот, вот так вот надо весь рядочек провязать. На схеме точно так и обозначено. 6 воздушных петель, подхватили, провязали. 6 воздушных петель, столбики. Вот. Следующий ряд аналогично вяжется, но 23 воздушные петельки. То есть это я предлагаю тоже связать самостоятельно. После того, как мы связали ряд и подхватов, еще рядочек вяжем самостоятельно 23 воздушные петельки. И чтобы я уже потом показала следующий ряд. Тут у нас идет уменьшение, столбики без накида. И вот этот рядочек уже буду показывать. После того, как мы соединили наши протяжки, я связала еще ряд и 23 воздушные петли. Точно так же, просто вот такие протяжки. Теперь мы с вами вяжем предпоследний ряд. Уже будут у нас не столбики, а столбики без накида. Воздушная петля и одна петля подъема. Там, где у нас столбик, столбик без накида. И мы провязываем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Натягиваем. И находим центр. Примерно, да?
можно, конечно, посчитать. Вот, и в центр вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, и в это же место. Вот. И еще 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. И там, где наши столбики, первый столбик пропускаем, во второй вяжем столбик без накида. И в третий столбик без накида. И потом уже делаем повтор. Вот такая у нас должна получиться красота. Вот. Такой рядочек вяжем. На схеме выглядит таким образом. Вот. Столбик без накида, 10 петель, галочка, 10 воздушных петель, 2 столбика. Вяжем этот ряд и уже потом последний завершающий. И для того, чтобы завершить нашу красоту, нам нужно связать последний ряд. Вот мы с вами ровно в центре оказались. Делаем воздушную петлю подъема. И вяжем 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. Находим нашу галочку. И наша задача, давайте посмотрим схему, провязать пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязать пико и 7 столбиков с одним накидом по центру пико и в конце пико. То есть, если на седьмом, на первом столбике, на четвертом столбике и на седьмом столбике. И потом 12 воздушных петель, столбик без накида по центру. И продолжаем дальше. Давайте попробуем связать, как это у нас получится. Вяжем галочку, столбик с накидом, и нам нужно связать пико. 1, 2, 3 воздушные петли. Пико мы связали. Теперь вяжем, это у нас первый столбик, вяжем второй, так, второй, третий, и в четвертом столбике вяжем еще одно пико, то есть ровно по центру. 1, 2, 3 воздушные петли, и нам и надо провязать еще 3 столбика, 1, 2 и 3. И в последнем провязать пико. 1, 2, 3. И 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Доходим до низа. Между столбиками, ну можно вот в крайний столбик, столбик без накида. Вот, что должно получиться. Вот такая красота у нас должна получиться. Вот, 12 воздушных петелек, 7 столбиков и 3 пико. И красота готова. Такая красота уже готова. Вот она у нас. Ее останется только прогладить. Вот, пожалуйста. Как она будет выглядеть. Эту кайму можно применить во многих случаях. Я вязала как-то для филейного топа. То есть вы связали любую кофточку, любое изделие. Пусть это будет топик, кофточка, туничка. И потом готовому изделию для украшения всегда можно связать вот такую кайму. Она очень красиво смотрится. Давайте попробуем связать. Ведь она вяжется очень просто. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.